Доброго ранку. У нас знову йде сніг. Ну, лютий, лютий, що тут скажеш, лютий. Потрошку, потрошку падає, падає сніжок. Такий сухий. Ой, дорогі мої, расстроилась опять. Я не знаю, что со мной последнее время. Я расстраиваюсь по любому поводу. Сегодня прочитала. В Турции землетрясение, погибли столько людей, погибло, разрушены дома. Кадры, конечно, ужасные. Смотреть просто без слез не могу. Ну что же это такое? Что ж творится на нашей планете Земля? Как не война, так вот такие вот катаклизмы. Ну как это? Ой, ужасно, конечно. Когда у нас все будет хорошо? Кто мне скажет? Когда у нас все будет замечательно? Что у нас не будет плохих новостей. А то утро приходит, начинаешь читать, там взорвалось, там обрушилось, там ракета попала. Так каждый день какие-то вот такие вот неприятные неприятности. А теперь еще поговаривают, наступление будет орков. В общем, что ни день, то новость. И, к сожалению, пока не очень хорошие. Смотрю тут во дворике закрытого типа дворик. И мальчик катает колясочку. Сейчас он там деревья закрыли, его не видно. Мама, наверное, сказала: иди гуляй с братиком или сестричкой. И вот он с этой колясочкой по всему двору ездит. Помощник мамочкин. Я на кухне. И сегодня хочу приготовить грибной супчик. Помните, мы заготавливали белые грибочки, на рынке покупали. И вот я достала такую порцию грибочков замороженных, разморозила их уже. И сейчас начну готовить грибной супчик. Славочка очень любит. Он любит, чтобы это было с гречечкой. Так что сейчас начинаю готовить. Так, грибочки жарятся. Вот такой компотик сегодня сварила, целую кастрюлю. Так вот захотелось такого домашнего компотика. Так что у меня сегодня день готовки. Кроме этого я еще, ой, я забыла вам рассказать. Я вчера приготовила по интересному такому рецепту домашний сальтисон. Ну, что из этого получится, я покажу вам в обед, когда мы будем с Славочкой кушать. Ну, расскажу, из чего я его сделала. Думаю, ну он застыл. Я так посмотрела, на балконе стоит, застыл. Ну, посмотрим на вкус, потому что иногда рецепты берешь из интернета, но не всегда они получаются удачными. Ну, вот хочу проверить такой вот мой маленький эксперимент. Здесь у меня морковочка, лук и белые грибочки. Сливочного масла добавила обязательно, потому что вкус придается такой, как Славик говорит, пикантный. Ну вот такой вот такая зажарочка. Ну пусть немножечко прожарится. И начну готовить супчик. Пока я тут с вами готовлю и заодно читаю, что тут происходит в мире. В мире просто, вы знаете, как какой-то ком. Просто несется какой-то ком. За Турцию просто слов нет. Там уже очень много погибших и в Сирии. И теперь пошло на другие страны, и Казахстан, и Азербайджан, и Армения, и Америка. Ну, в общем, какой-то ужас, ужас, как цепная реакция. Представляете, что это может быть, если вот такая вот цепная реакция вот таких вот землетрясений. Это ужас какой-то. Это как какое-то предупреждение нам, понимаете, что нужно остановиться и прекратить все эти войны. И так сколько людей погибло. Единомоментно, бах, и все, и сколько людей, город разрушен. Но это ужас какой-то. Смотреть эти кадры тяжело. На улице у нас начинает солнышко появляться, но какое-то такое вот оно радости не дает. Хотя всегда люблю, когда солнышко. Настолько такие плохие, печальные события. И новости. В общем, слов нет, слов нет. Настолько все это тяжело.
показали кадры. Родился ребенок, по-моему, это в Сирии. Под завалами родился ребенок, а мамочка погибла. Представляете, какой сильный ангел-хранитель у этого ребенка. Так, ну хорошо, тут у меня потихонечку все жарится. Вот еще чуть-чуть пожарится. Водичка я уже поставила на супчик. Так что, в общем, хочется что-то сказать позитивное, веселое. Ну, вот как раньше было. А вот сейчас, видите, как не получается. Каждый день какие-то вот такие одни плохие новости. Супчик готов. Сейчас заброшу зелень. И все. Будем обедать. Такая красота у меня получается. Сейчас я накрою крышечкой. Пусть немножечко постоит, настоится. И будем пробовать. Покушали мы вкусненько и решили пойти подышать свежим таким чуть-чуть морозным днем. Так здоровски, снежочек. Ну, потихонечку сыпет, но, наверное, сыпет с этих сосен, которые там остались. Что, Славочка? Это не полностью. Вот этот район центральный, эти все серые дома, они их полностью все отгородили от всех остальных домов забором. Ну да, это будет как закрытая территория. Закрытая, да? Полностью территория. Ага. Вот, я думал, что с той стороны, вот которые зеленые дома, что они все это двор один, ничего подобного. Я сегодня там шел, немножко тоже закрыто, да? Все закрыто забором, все это отдельное государство. Ага. Но это называется ЖК центральный. Да, это называется, это для белых, а то для черных. Ну, нет, еще... то для серых. А ну, для черных в другом месте. Нет, этот дом, который прямо, он заселен. Вот этот дом, он заселен. А эти еще... Ну, не все заселен. Нет, вот этот дом прямо заселен. Там же ресторан. Квартиры продаются. А, ну продаются квартиры, да. Вот, а это еще... Вот смотрите, красота какая. Очень красивый. ЖК строит очень красиво. Дорогие материалы. Вот плитка. В общем, тут сразу зелень. Все это... Это уже написано аренда. Первые этажи все будут сдаваться в аренду. Говорю, посмотри, в парке почистили дорожку. Да, почистили. Да, в парке почистили, чтобы не скользко было. А, ну дети же еще на машинках катаются, да, на прокате. Да. Ну вот сегодня да. Никто шашлыки не жарит. Сегодня, да, еще почистили. Сегодня рабочий день и никто не жарит. Все свободно. Столики все пустые. Ой, рука, между прочим, мерзнет держать телефон. Морозец есть. Сейчас пойдем посмотрим на детской площадке. Там детвора есть. Значит, или смотреть, спят? Смотри, да. Эти дома. Ага. На втором этаже, вот сверху, да? Да, да, да. Заграждения стеклянные, цветные. Да. Это, я так понимаю, что когда там кто-то будет сидеть отдыхать, я так думаю, что это выход с кафешек. Я думаю, что это балконы. Нет, я думаю, это кафешки. Да? Да. Не квартиры. Ну, может быть, там и столики будут. Будут столики летом. Летняя площадка такая, да, да наверху? Да, да, да. И практически ну, не видно, смотри, будет, кто там сидит. Слав, ну смотри, уже вот стоят кондиционеры кое-где. Значит, что? Люди уже как-то начинают заселяться. Эти дома почти заселенные. Тут никто не живет еще, Славик. Алла, горит свет ночью. Не все квартиры. Ну, может быть. Очень много открытых окон. Что-то мало сегодня на детской площадке деток. Наверное, все пошли уже спать. Дневной сон. Не, ну, все же не воскресенье. Ну, и тем не менее. Ну, кто-то там гуляет.
Да, я вижу, что стекол нет. Это магазинчик тут на углу открылся. Ну, я его как-то уже показывала. Так что у нас все в снегу. Тренажеры пустые, никого нет. И машинки там дальше детские тоже стоят. Ну, будний день. Мало народу. Ой, а там сейчас дальше мы пойдем, я вам покажу. Там горка, детвора катается с горки. Думаю, где все дети? А они все на горку поехали кататься. Тут тоже людей почти нет. Но зато прямо на горке детвора катается. Целый автопарк. Да, и катаются, расчистили. Ну, расчистили, видишь, а сейчас их детворы почти нет. А вчера катались. А сейчас почти нет. Вот это черненькое мне нравится. Ну, красное. А вот Мерсик какой-то, кабриолет. Да. А вот Порш. И это Порш. Вот это черное мне нравится. Это два Порша. Но ее же тут покоцали, покоцали. Смотри, сколько уже ранений было. Два Порша стоит. Ой, тут еще и дверь открывается. Опа! Да не просто так. Да. Так что такие вот машинки. А там, конечно, детвора вся на горке. Погуляем. Все дорожки расчистили, молодцы. Покажу вам еще раз. Уже, наверное, надоело, но тем не менее мне нравится. Я обожаю этот парк. Мамочки только с колясочками бегают, гуляют. Вот эта арочка, вот эта, которая была запретена. А сейчас, видите, все уже опустилось, веточки. В общем, мы ходили-ходили и зашли. Это у нас новое кафе открылось, чебуречное. Лапоть огромный. Как его съесть, не знаю. О, кофеечек. Лавочка принес мне кофеечек. Да, у меня другой совершенно. Чебурек. А у тебя? Покажи, как он. А у меня чебурек не во фритюре, а чебурек на сковородке. Ой-ой-ой-ой. Сыпется? Да нет. Немножко. Он там лапоть, чтобы вы понимали, огромный. Ну, это, конечно, не полезная еда. Ну, один раз можно. До мяса еще не дошла. Ой. Вкусно. Во фритюре, конечно, вкуснее. Угу. Вот, но для меня это вредно. Вредно. Ну, ужинать уже не будем. Вредно, всем вредно. Ой. Лучше салфеток, тебе надо? Надо. А тебя там нету? Фу, я дошла до мяса, по-моему. Сейчас попробую. Угу. Сочная. Ужинать уже не будем. А у нас там дома... Что у нас там осталось? Котлетки? Да? Котлетки у нас остались дома. Сальтисон я вчера делала. Ну и чаечек. Да будет хорошо. Да, ну такой большой, конечно, я не съем, это точно. Это для меня много. Сколько такой стоит? Это такой лапоть?
50 гривен. 50 гривен стоит. Это только открылось в кафе. Славик говорит, и мы долго ждали, пока они приготовят. Славик говорит, а как вы собираетесь работать, если будет очередь стоять? Что они тебе ответили? Что они делают все натурально. Ну, я понимаю. Не хочешь вкусно, жди. Хрумчит. Вкусненько. Что там, сок? Потекло, да. На тебе салфеточку. Не хочешь? Потом. Вот такое вот мяско. Вкусно. В общем, нам приятного аппетита. Знаете, в Украине есть такая поговорка. Нехотя батюшка курочку съел. Вот так вот и я говорю. Да нет, я целый не съем. И тем не менее, я его уже заканчиваю. Но очень вкусно. А тебе не понравилось? Ты знаешь, что мне очень тяжело в этом плане угодить. Это точно. Тебе угодить невозможно. Ну, я немножко, ну как сказать, ну немножко в этом разбираюсь, как оно должно быть. Покажись, а то на тебя люди не видят. Вот. А просто в том плане, что новые технологии неизвестно откуда. Вот. Ну, честно говоря, первый раз я увидел чебурек, который на сухой сковородке. Это кому вредно во фритюре. Вот. Но всю жизнь делали, просто масло надо менять 3 раза в день, если очередь стоит. Я его победила. Давай этот мусор. Если очередь стоит за чебуреками, вот, или пирожками во фритюре, то масло просто чаще менять и все. А если меняют раз в 3 дня... Вкусно. Сейчас кофейком запьем. В общем, наша прогулочка удалась. Только что высветилась новость. В Турции уже 5000 людей погибшими. Но... Страшное горе для народа. Страшнейшее. Да. Я был в шоке, когда увидел, как просто складывается дом. Не выстрела, проезжает машина. И за машиной столб пыли, и дома нет. Ну да, уже как бы и землетрясения в этот момент не было, толчков, а дома падают и падают и падают. Ужас. Так там было очень много толчков. Да, но в тот момент уже, они же не постоянно. Постоянно. Да? Целый день. Толчок за толчком. Только амплитуда уже чуть меньше. То было почти 8 баллов, а то 5. Ну что, 5 тоже много? Конечно. Ну что, дорогие мои, я очень рада, что вы вместе со мной прогулялись. Но не попробовали такого чебурека, как мы попробовали. Но я надеюсь, что у вас что-то есть и получше. Наша прогулочка заканчивается. Сейчас допиваю кофеечек и идем домой. Так что всем хорошего дня, всем мирного неба, всем крепкого-крепкого здоровья.